дорогие друзья, для того, чтобы попасть на небеса, необходимо откликнуться на призыв Бога. Бог призывает сегодня тебя, человек, для того, чтобы ты покаялся, раскаялся перед Ним, потому что Слово Божье говорит. Итак, во времена неведения, когда ты сегодня еще в этом помраченном разуме, во времена этого неведения, Бог ныне повелевает всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, который праведно будет судить вселенную посредством предопределенного им мужа, воскресив его из мертвых. Вот это доказательство Божьей власти было в Иисусе Христе. И сегодня Он царствует. И Он сегодня повелевает и продолжает говорить и стучать в твое сердце. Он единственное спасение твое. Твоя душа идет в погибель. Дорогая душа, ты в опасности. Ответь на его призыв. Это единственный шанс твой. Друзья дорогие, завтра вы можете уже не открыть глаза. Завтра может Бог не решить, чтобы вы уже дышали. Завтра Он может уже отменить вашу жизнь. И поставит перед собою. И что ты скажешь ему, человек? Что я подумал, что я потом тебя приму. Но это не будет оправданием твоим.